Я убежден, что любое действие, в том числе как и перемирие в данном конкретном вопросе, возможно только тогда, когда ты реально понимаешь, что ты хочешь. Товарищ Порошенко, по моему личному умозаключению, сам не понимает, что он хочет, кроме определенных постов, которые на сегодняшний день он, собственно, достиг, и определенного кресла, в которое он сел. Не более того. Он сам не знает, что он хочет, поэтому пока ни о каком перемирии, мое мнение, речи идти не может.